С вами Борис Стенцер и программа «Контакт» по понедельникам. Здравствуйте, доброе утро, очень приятно видеть вас. Я уверен, что сейчас есть возможность посмотреть, и в будущем это будет еще более вероятно, видеть своих телезрителей. По крайней мере, я прекрасно вижу ваши глаза, вашу доброжелательность и по понедельникам желание увидеть и узнать что-то новое. Такая возможность есть. Сегодня у нас прекрасный гость, очень интересный человек. Человек, который для нас будет, может быть, каким-то и открытием, потому что не каждый день мы встречаем человека, который говорит, что он философ, что он фотограф, что он художник, что он провокатор. Да, такой тоже. Это все в одном лице. В лице прекрасной нашей гости Ирины Цезарь, доктор философских наук, я же сказал, что она философ, концептуальный художник. А все остальное, Ирина, вы расскажете сами. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы живете в Ленинграде, вы ходите в музей раз в неделю за 5 рублей, чуть не сказал долларов. Вы выходите рано замуж. Ну, это естественно. Мне кажется, это как бы продолжение. Вот, когда человек взрослеет быстро, все идет у него очень быстро. И вы уезжаете в Америку. Вы еврейка? Нет, я не еврейка, я наполовину русская, наполовину украинка, и род мой идет через материнскую линию к свадьбе византийской принцессы и казацкого атамана. То есть я по моей крови, королевские крови, более королевские, чем у английской королевы. Ну, так почему же вы уезжаете в Америку? Что вас ведет? Вы замужем, у вас трое детей, и вы поднимаетесь этим табором, уезжаете... За хорошей жизнью? Нет, вы знаете, не за колбасой, как здесь говорят. Ну что, здесь хорошая колбаса? Нет, вы знаете, я никогда не ела и не ем, и до сих пор не ем колбасу. Вы знаете, я именно преобразую реальность как маг. То есть вот это видение, оно началось как видение в искусстве, потом я стала мистиком. И у меня, я дипломированный, ну, можно сказать, сертифицированный даже в каком-то такие, смысле сайкик. Да? Нет, могут проверить. Меня в Гибисском институте в Москве проверили на то, есть ли у меня эти способности. Они у меня есть. А как это проверяется? А в аппаратурой. Они замеряют волны. Да. Измерение, степень мистичности? Нет, можешь ли ты производить определенную волну, которая дает тебе возможность clear vision, то есть ясновидение, лечение людей и так далее. То есть меня проверили, и, в принципе, я как можно сказать, сертифицированный сайкик. И я стала мистиком, то есть я стала развивать свое видение, да, clear vision, да, я стала четко развивать в таком именно глобальном контексте, то есть уже не в контексте России, а в контексте Америки. И поэтому уже тогда... В контексте конце... Америки или контекста мира? Нет, я стала развивать свое видение, clear vision, ясновидение, в глобальном контексте, в глобальном. Понятно. И уже тогда, в конце 80-х годов, я пришла к теории, которая сейчас уже на протяжении 20 лет принесла определенные практические плоды. В частности, к понятию волновых кристаллов, матриц, и к воздействию на реальность через создание вот этих волновых кристаллов матриц. А сейчас я поехала, по прошествии 20 лет, я поехала в Москву, и заключила соглашение по консорциуму с Гибисским, с бывшим сверхсекретным Гибисским институтом. КГБ? Да. Но сейчас это чисто частный институт. Но он называется до сих пор научно-исследовательский институт национальной безопасности. С директором этого института, который через дистанционную волновую передачу вот этих матриц можно человека либо убить, либо лечить. Вот сейчас Уго Чавес обвинил американцев, что они заразили его раком на расстоянии. Это российская технология. Это правда? Как вы считаете? Вот я знаю. Не просто, что вы даже не просто я это вижу возможность, да, скажем. Я То знаю, вы знаете, что зародили? Нет, я знаю, что это возможно. В 2002 году это было проверено в Торонто. Канадцы пригласили двух ученых, один из которых был лазерщиком,
а другой был генетиком. И они на расстоянии лечили диабет. В 2002 году в Торонто. А вот мой директор института, с которым я подписала соглашение о консорциуме, Алексей Николаевич Дяшев, он лечил диабет на расстоянии волновой передачи еще в середине 90-х годов. То есть я понимаю так, что рядом со мной сидит ясновидящий человек, ясновидящая и человек, который обладает способностями лечить. Это вы? Ну, вы понимаете, помимо всякой философии, или это и есть философия, уметь лечить? Вы понимаете, я лечу не наложением рук и не вот конкретных людей. Понимаете? Я лечу, создавая вот эти кристаллы видения. И когда я создаю определенную серию кристаллов видения, которые могут быть, кстати говоря, не только в образах, но я еще пишу, я практикующий философ, то есть я пишу статьи. Да, я знаю, что вы издавали книгу «Философия Аристотеля», да, в Германии вышла пару лет назад, да? Да, в 2010 году моя диссертация докторская вышла как книга. Они сами нашли «Философия эту диссертацию, сами ее издали. Вот это Lambert Academic Publishing Германии. Книга очень острая. Она как бы полностью разбивает англоамериканскую трактовку Аристотеля. И, по идее, не было никаких шансов, на самом деле, напечатать ее в Штатах. А вот немцы нашли и напечатали. Да. Но вот сейчас вы сказали о том, что вы поехали в Россию, вы предложили России. И вот что меня, конечно, вообще поразило, когда я читал о ваших работах с матрицами, я вдруг прочитал такую фразу. Что может принести эта Россия? Россия – это пик технологической революции и информационно-волновых технологий. Россия – это быстрое преодоление демографического кризиса. Это многократное увеличение урожайности и в целом продуктивности сельского хозяйства за счет применения биорезонансных генераторов и лазеров. Возрождение России через и так далее. Скажите, пожалуйста, это серьезно? Абсолютно. И как к этому относится в России? Вы знаете, CNN в 1985 году сделала официальный доклад. И по этому докладу Россия опережала Запад, как они сказали, на 10 лет, в 1985 году. Опережала. На 10 лет? Ну, да, но на самом деле, по уровню развития этих технологий. То есть лечить и убивать на расстоянии, передачи волновых матриц. А в Америке тут даже сатанисты, аукционеры плохо знают об этом, понимаете. А в России группа институтов этим занималась, они определили это исследование и сказали, что... Ну а сейчас где они впереди лезали? А сейчас, минуточку. И значит, что они опережают Америку на 10 лет. Но на самом деле опережение больше, чем на 10 лет, потому что люди, которые этим занимались в 1985 году и в 90-м году, до сих пор имеют подписку о невыезде. То есть вот тот директор этого института национальной безопасности Алексей Николаевич Дяшев, он до сих пор имеет подписку о невыезде. То есть Россия до сих пор имеет самую передовую науку в мире. Это так называемый квантовый скачок, quantum leap. Я хочу вам рассказать маленькую деталь. То есть это факт, это как бы это не оценка российская, это оценка западных экспертов. Я имел счастье быть хорошо знаком с Вольфом Мессингом. У меня есть фотографии, мы дружили. И он жаловался постоянно, что его не хотят изучать. У него в друзьях были академик Вишневский, вся как бы золотая медицина Советского Союза. И он говорил: я обладаю исключительными способностями, и тут никакой нет мистики, просто способности человека. Меня не изучает, никто не хочет, не желает заниматься мною. И в это время вы говорите о том, что существует чуть ли не впереди планеты всей. Ну, вы понимаете, сложилась такая некая парадоксальная ситуация. То есть россияне, да, многие, большинство, они даже об этом действительно и не знают. Потому что эти технологии были классифицированы, засекречены до 2005 года. Вы понимаете? Это самая передовая технологическая революция. Отсекретили? Да, сейчас рассекретили. И вот этот как раз институт национальной безопасности, он как раз изучал вот эти паранормальные явления.
То есть все сайкики, все экстрасенсы России стояли там на учете, а директор был начальником психотронной защиты президента Ельцина. Да, вы меня слегка обескураживаете. Я лоббировала против гражданской войны, и, собственно, и сейчас лоббирую. То есть я против гражданской войны в России. То есть вы каким путем вы это делаете? Искусство, философия, лечение, как мистикой, предсказанием будущего? Созданием матриц, видения. Которые, вот сама вот эта матрица, когда ты ее создаешь, она, в принципе, даже если ты ни с кем ее не не разделяешь, она уже является определенным действием. Буквально в течение 20 секунд объяснить, что такое матрица. Матрица – это волновая структура, и мир голографичен. Это закон, принцип квантовой физики. То есть мир, Вселенная заключена целиком в каждой своей точке. Поэтому каждая точка не просто отлична от любой другой точки, но является уникальной. И вот как раз вот эта часть Вселенной, которая уникальна, матрична, да, она имеет волновой компонент вот в этой волновой структуре. Это как волновой кристалл, который пульсирует, понимаете, от микро до макро измерений. Это не мои фантазии, это чистая наука. Понимаете? Квантовая физика. Многие? Да, это вот то, что я вам сейчас говорю, даже мой вот этот вот директор института может в тех же выражениях, как ученый, сказать. То есть это чистая наука. Я не договорила. Давайте я закончу вот это определение. Так вот, матрица – это волновая структура, которая имеет компонент волновой, который обладает квантовой нелокальностью. То есть вот вездесущный элемент. То есть вот и, собственно говоря, определение матрицы. И имена, и символы, и числа, да, действительно, в определенных комбинациях могут измениться. Вы специально выбрали себе фамилию Цезарь, или вы родились с этой фамилией, чтобы быть Цезарем? Вы знаете, моя фамилия российская Есарева. То есть Есарева, Кесарева, да. А, без К. Без К. Ну, К было потеряно, совершенно очевидно, да. Кто-то из потомков ваших потерял К. Есарева, так, и вы, и, Есарева, да, и, собственно говоря, понимаете, так получилось, что тут как бы произошло такое, знаете, некая именно вот концентрация видения. То есть фамилия Цезарь, которая пришла просто как английская транслитерация русского имени, да, фамилия Цезарь действительно она соответствует на уровне ясновидения, да, тому, что я сейчас делаю. И даже вот этой семейной легенде, что наш род идет к свадьбе византийской принцессы и казацкого атамана. Хорошо. Ну, давайте мы начинаем слушать наших телезрителей. Вера, город Нью-Йорк. Здравствуйте, вы с нами в студии. Здравствуйте. Борис, спасибо большое за это знакомство. Ирина, у меня вопрос к вам. Ко мне или к Ирине? Некоторое время назад я жила в Москве, но я сама не москвичка. И мне посчастливилось, будем так говорить, заниматься тем, чем занимались вы. Но в связи с моим переездом сюда я оборвала связи, потому что это не основная моя профессия, и обстоятельства, и семейные дела, и все это. Сейчас я бы хотела... То, что вы говорите, мне очень знакомо, и я знаю некоторых людей, которых знаете наверняка вы. Вопрос в том, где сейчас можно подчеркнуть ту информацию, о которой вы говорите, существует ли веб-сайт, имеется ли веб-сайт у вас, и с чего начать то, что когда-то мной было, где мной была когда-то поставлена точка. Понятно, Вера. Хорошо, сейчас попробуем узнать. Ну, знаете, я как раз, собственно говоря, провела вот этот год, чтобы консолидировать информационно-волновую технологию в России вот подписанием этого консорциума. Соглашение по консорциуму. И можно посмотреть на сайте wavegenome.com. Это раз. Волновой геном по-русски. .com. Wavegenome.com. Или thematrixcity.com. И я также... The Matrix. Город Матрица. thematrixcity.com. Вы понимаете, в этом институте лечат рак.
лечит СПИД, лечит диабет волновым способом. И уже давно все патентировано, сертифицировано, лицензировано. То есть я просто обращаюсь, ну, сказать, к жителям Нью-Йорка, к Америке, вот, собственно говоря, к общине, вы понимаете? Вот, пожалуйста, вот есть, так, есть такая возможность. Что, пожалуйста? Если кто-то болен раком, вторая, третья степень, да, излечивается рак груди. Но вы понимаете, какую вы произносите просто, фразу надежды? Я прекрасно понимаю. Понимаете, у меня оба родители умерли от рака. И я считаю своим долгом донести эту информацию для людей. До людей. Потом этот институт производит вот такой генератор. Это мини-Тесла-генератор. Этот генератор был произведен для первых лиц в государстве, то есть для президента, главнокомандующего и так далее. Сейчас используется спецназом олимпийской командой. На этот генератор записывается там чип и трансмиттер, то есть который транслирует волны, волновую матрицу. На чипе записана матрица, которая считывается лазером с детской фотографии, либо с пуповинной крови, либо с плаценты ребенка в семье. И мир — это энергия, 96% это энергия, 4% это частицы. Но даже частицы являются виртуальными, и они являются сгустками энергии. Наши ДНК являются антеннами, которые принимают и транслируют волновую информацию. Вот эта штучка имеет заряд, ее заряжают раз в неделю, и она заставляет наше ДНК вибрировать, то есть вот откуда биорезонанс слово, да, вибрировать с нужной вам частотой. То есть вы таким образом лечитесь. Как давно вы с этой штучкой? А с этой штучкой я уже, наверное, месяца 3. И вы знаете, я могу вот, сказать... Вот, я хотел спросить, разницу 3 месяца назад, вот как? Только между нами, честно. Вы знаете, я могу сказать, что я стала гораздо меньше есть. Могу спать, не могу не спать ночами. И справляюсь с, ну, например, флу, да, то есть вот я заразилась флу, я справилась буквально за день, понимаете, не свалившись ничего. То есть действительно, ну, это, понимаете, это проверено, это сделано. А почему для вас, это для вас важно было меньше есть? Это для вас было важной такой доминантой? Меньше есть, поэтому это генерируется, или что? Нет, вы знаете, я просто констатирую, вот какие физиологические у меня получаются последствия ношения вот этой, которая меня подзаряжает. Вы понимаете, Тесла, Никола Тесла, он в конце своей жизни вообще практически не ел. Он носил такую корону в виде антенны, то есть подзаряжался вот этими космическими лучами. Сколько в Америке есть желающих одеть такую корону? Вот директор института Алексей Николаевич Дяшев, он называет это излучение квантовой радиацией, квантовым излучением. То есть он носил корону Никола Тесла, и у него была такая типа палатки, шатра, где он, ну, как бы ложился, садился и подзаряжался вот этой энергией. Сколько он прожил? Пока не убили нацисты в 40-х годах в Нью-Йорке. Мог бы прожить гораздо дольше. Да. Вы знаете такой город? Огайо. Вот. А у нас есть звонок из Огайо, Галина. Здравствуйте, Галина. Расскажите, где вы, где такой город Огайо? Не знает наши гости. Я хочу вас поправить. Это не город, а штат Огайо. Штат Огайо, да, я прошу прощения. Вообще в Америке это очень известный штат. Да. Так, у меня я такой вопрос. Была конфьюзд просто городом. Да, да, да. Ваши гости вопрос. Да. Да. Да, я слушаю. Скажите, пожалуйста, в каком университете вы получили звание доктора философии? И на какую тему, или как называлась ваша докторская диссертация? Я получила PhD в Graduate Center City University of New York, городского университета Нью-Йорка в 2009 году. И тема? Тема «Я специалист по античной философии», тема «Счастье» у Аристотеля. Счастье. Эудаймония у Аристотеля. То есть я специалист по эллинизму. То есть вот эти все голографический принцип, единство космоса, общества, полиса и души,
Это, собственно говоря, вот как раз к этому пришли эллины. Да, скажите, пожалуйста, вот, коль вы, мы заговорили об Аристотеле и о счастье, вы проводили какое-то, я не знаю, ну, как исследование понимания счастья во времена Аристотеля и понимания счастья вот сейчас, когда мы обладаем такими энергиями и такими возможностями? Вы понимаете, произошел определенный слом цивилизации, когда крестоносцы в 1209 году разрушили Константинополь, то они, к сожалению, не смогли переварить наследие Римской империи, которое состояло в выборной монархии и в пайках хлеба каждому римскому гражданину. Вы понимаете? И поэтому они придумали свою собственную, свое собственное учение счастья, которое зиждется на учении Томаса Гоббса «Человек человеку волк». То есть это жесткий прагматизм, жесткий гедонизм и жесткий позитивизм, эгоизм. А сейчас мы это не приемлем? Вы понимаете, для Аристотеля счастье заключалось как раз в достижении вот этого состояния идентичности вот с всемирной космической вот этой матрицей. Аристотель говорил, что когда мы думаем о сапогах, да, наш ум становится идентичным волновой структуре сапог. То есть мы сами себя умоляем. Все, мы будем думать только о великом. Да. Так вот, когда мы думаем о бесконечном, наш ум реально становится идентичным вот этой вот бесконечной волне. Это мне нравится. И это и было счастье, вы понимаете? Смотрите, у меня в руках 10 заповедей. В последнее время иногда я прошу своих гостей вспомнить, не просто вспомнить, я напомнить могу сам, 10 заповедей, которые есть в Библии. И вот мне бы хотелось спросить вас, вот из этих 10 заповедей, я напоминаю, что первое – это «Я Господь, един», «Не произноси имени Господа в суе», «Не создавай кумира», «Помни день субботний», «Посчитай отца и мать свою», «Не убивай», «Не прелюбодействуй», «Не кради», «Не произноси ложные свидетельства» и «Не желай дома ближнего». Скажите, как философ, современный философ, что для вас, вы считаете, сегодня самое важное из этих 10 заповедей? Не убей. Вы понимаете, сейчас идет дискуссия, да, по поводу того, каким образом развиваться человечество, то есть развиваться ли в постгуманистическое общество срастания с киборгами, да, каким образом справиться с демографическим коллапсом в Америке, когда белые станут абсолютным меньшинством. Понимаете? И вот эти технологии, да, являются технологиями двойного назначения. То есть это самое страшное, могущественное оружие на Земле. И последнее ваше предсказание. Можно, да, у нас можно, осталась последняя минута. Да, можно человека заразить, убить на расстоянии. Вы можете предсказать, человек станет, да, жить вечно? Сможет человек жить вечно? А мы и так живем, мы и так живем вечно. Вы и так живете. Прекрасно. У нас в гостях была Ирина Цезарь, доктор философских наук, концептуальный художник, который мог бы рассказать нам, уважаемые телезрители, очень и очень много. Но и за то, что она рассказала, и за то, что она сегодня с нами, мы уже ей признательны. Ирина, большое спасибо. Удачи вам.